Это моя ученица Алиса. Она сейчас будет для вас петь. Ну давай, Алисонька. Что мы делаем вначале? Мы разминаем оральную зону. А? Как я учил. Теперь шею, как следует, как что натираем. И при этом все расслаблено обязательно. Вот так теперь. Под языком. Хрясь. И последнее. Шейк. Тут видно? Поближе. Давай. Нет, нифига, надо, чтобы тут расслаблено было. Расслаблено, челюсть тоже. Давай. Чтобы было видно всем. Суть в том, чтобы было все расслаблено. Если ты держишь, смысла нету в этом упражнении. А так, чтобы инсульт не долбанул. Она у нас медсуха. Расслабляем, оральная зона свободная. Абсолютно раскрепощенное лицо, без зажимов. Вот, молодец. В кайф, да. Сверху вниз звук идет, да? Кайфую, представь, что ты виолончелька. Да, прям вот как голос по горлу вниз стекает, как будто ты в жаркий день пьешь какой-то приятный напиток. Это прям вот захлеб эту водичку туда, да, вниз туда. Челюсть бы еще расслабить, челюсть зажата. Как бы простановая туда. Вот, сейчас кайф, еще больше свободы. Можешь в подбородок, челюсть, чтобы висело? Внутри немножко еще тоньше начинает, прямо вот на кончике носа, да, спинку чувствуем, при этом ощущение, что голос прямо вертикально, он туда вниз идет. Еще можешь головой чуть-чуть повертеть в разные стороны, чтобы ничего не напрягалось. Проверяй шею свою. Такое упражнение называется, нет у него названия, но это чисто итальянское упражнение, которое позволяет вот найти вот эту масочку. Звук проходит вот так вот. По задней стенке горла и должен сюда вот выйти через нос. При этом не остаться в носу, чтобы гнусавый был, он должен...